Почему мы рисуем? Мы рисуем, потому что у нас нет выбора. У нас в гостях американский художник Ричард Смитсон и его жена Клэр. Какие у вас планы? Я создаю картины, а она все остальное. Я люблю тебя. Больше всего я любила и люблю его надменность и эгоманию. Настоящий художник оставляет часть себя на холсте. Он уже несколько месяцев со мной свой. Что ты творишь? Я не понимаю, что это за суета. Она в твою честь. Тебе вручат награду. Не знаю, что и сказать. Я не подготовил речь. Могу лишь рассказать, что со мной. Вы об этом не думали? Бывают моменты, когда он становится прежним. Но затем... исчезает. К черту! Ричард, взгляни на меня. Я хочу тебе помочь. Ты так и не стала художником. Потому что все мои силы уходили на твою карьеру. Трудно заглянуть в себя и нарисовать то, что исчезло. Фильм Тома Долби. Ты снова рисуешь? Ты всегда отличалась чуткостью в творчестве. Я завидовала твоему решению об уходе. Что-нибудь изменилось? Кое-что очень изменилось, Ричард. Что же? Ты — это ты. Ты не умеешь рисовать. Ты не пыталась. Рисуй то, от чего щемит в сердце. То, чего не вернуть. Жена художника.